Доброго времени суток, дорогие друзья. Сегодня вашему вниманию National Lyceum School Championships High Jump Girls. Сегодня 24-й год, апрель. Вы видите стадион GSP, это город Никосия. Планка установлена на высоте 135 сантиметров. Первая попытка выполняет Мария Шамиши. Από την εξωτερική παίκτη Τσιλιμίδου στην τρίτη. К сожалению, первая попытка неудачная, но я надеюсь, что она все поправит и в следующих попытках возьмет эту высоту. Также эту высоту с первой попытки пытается преодолеть Ева Булатникова. Смотрим ее прыжок. Тоже, к сожалению, небольшая помарка, но это ее первые прыжки, возможно, она все поправит. Мария Христодулу готовится к своей первой попытке на высоте 1,35 м. Прыжок удачный, уверенный, у нее все хорошо. Ко второй попытке готовится Мария Шамиши, 1,35 м. Видимо, сегодня она себя чувствует не очень уверенно. Она отправляется на отметку начала разбега еще раз. Готовится. К сожалению, снова неудача. Ева Булатникова готовится к своей второй попытке на высоте 1,35 м. Ну, отличный прыжок. Высокий, легкий. Мария Шамиши готовится выполнить свою третью попытку на высоте 1,35 м. Пожелаем ей удачи. Очень жаль, прыжок неуверенный. Видимо, сегодня не ее день. Надеемся, что в следующих соревнованиях она покажет себя с самой лучшей стороны. Высота планки подросла, теперь уже 1,40 м. Мы уже видим на заднем плане, что вышла выполнять свой первый прыжок на высоте 1,40 м Ева Булатникова. Снова небольшая помарка. Ну, я уверен, у нее хороший потенциал, она сможет прыгнуть выше. Ахиллея, Антонис Ахиллеус, Бернале Мартина,
Мария Христодулу готовится выполнить свою первую попытку на высоте 1,40 м. Теперь у нее уже небольшой сбой. Планка не устояла. К нам присоединяется Евгения Папапантели. Высота 1,40 м. Первая попытка. Хороший, уверенный прыжок. Евгения продолжает соревнования. Видим же, как на свою вторую попытку выходит Ева Булатникова. 140. Пробежала мимо планки. Что-то не так с разбегом, ей некомфортно. Она отправилась опять на разбег и готовится выполнить прыжок второй раз. В этот раз без проблем. Планка стоит. Ева продолжает соревнования. Вторая попытка на 1,40 м выполняет Мария Христодулу. Все нормально. Планка на месте. Мария продолжает соревнования. Высота планки уже подросла. Она сейчас установлена на уровне 1,45 м. Первую попытку готовится выполнить Ева Булатникова. К сожалению, снова неудача. На 1,45 м готовится выполнить свою первую попытку Мария Христодулу. К сожалению, снова неудача. К своей первой попытке готовится Евгения Папапантели. Высота 1,45 м. Также хороший, чистый, высокий прыжок. Попытка засчитана, Евгения продолжает соревнование. Эвелина Майкл готовится выполнить свой первый прыжок на высоте 1,45 м. Легкий, хороший, высокий прыжок. Также начинает прыгать с высоты 1,45 м Катерина Филиппу. Первая попытка. Высокий прыжок, но, видимо, отталкивание было слишком близко. Она не смогла уйти от планки, задела пятками.
Ева Булатникова готовится выполнить свою вторую попытку на высоте 1,45 м. Снова задевает планку. Прыжок не получился. И на вторую попытку выходит Мария Христодулу. Высота 1,45 м. Снова неудача. Как-то неуверенно она себя чувствует в секторе. Свою ошибку во второй попытке пытается исправить Екатерина Филиппу. Высота 1,45 м. Все без проблем, высокий, легкий, хороший прыжок. Третья попытка. Высота 1,45 м. Ева Булатникова. Ну так бы с самого начала. Отличный прыжок. Высокий, легкий, высота взята. Ева продолжает соревнования. Третья попытка. На 1,45 м готовится прыгнуть Мария Христодулу. И снова неудача. К сожалению, Марина покидает эти соревнования. Надеемся, что мы увидим ее вновь и вновь, и она покажет еще самые свои лучшие высокие прыжки. А высота тем временем поднимается на следующую отметку 1,50 м. Метр 50, еще толком не успевшая отдохнуть после предыдущих попыток, Ева Булатникова. К сожалению, неудачная попытка, но далеко не безнадежная, она может прыгнуть эту высоту. Готовится выполнить свою первую попытку на высоте 1,50 м Евгения Папапантели. Она слегка задела планку, прыжок неудачный, уходит на вторую попытку. К своей первой попытке готовится Эвелина Майкл. Высота 1,50 м. Отличный прыжок, высокий, сбалансированный. Она продолжает соревнования. На первую попытку выходит Ребекка Кали. 1,50 м. Прыжок удачный. Ребекка продолжает соревнования. Параскеви Бениди. Также первая попытка на 1,50 м. Отличный прыжок. Параскеви продолжает соревнования. Катерина Филиппу готовится к своему первому прыжку на 1,50 м.
Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης. Προσοχή, удачная борьба продолжается. Ακολουθεί ο Μιχάλης Τηλιανού, τεσέκ πάμπους 48-21. Στην τρίτη θέση ο Νίκος Κατσουρίδης, Λίγιο Αγωγόλεο 40-89. Είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση του τελικού δρόμου των 2000 μέτρων στήμου. Деспина Константину. Первая попытка. 1 метр 50 сантиметров. Хороший прыжок. Деспина продолжает соревнование. Ева Булатникова готовится выполнить вторую попытку на высоте 1 метр 50. Неудачно. Евгения Папа Пантели, 1 метр 50 сантиметров, готовится выполнить свою вторую попытку. Хороший, удачный прыжок. Евгения продолжает соревнования. Ева Булатникова, 1 метр 50, вторая попытка. Отличный прыжок. Ева берет высоту. А планка уже на высоте 1 метр 54 сантиметра. Ева Булатникова. Да, первая попытка, к сожалению, неудачна. Евгения Папа Пантели готовится к своей первой попытке на высоте 1 метр 54 сантиметра. Попытка была почти успешная, но немножко не хватило. Эвелина Майкл готовится выполнить свою первую попытку. Отличный, легкий и высокий прыжок. Ребекка Кали, 1 метр 54. Первая попытка. К сожалению, неудачно, но прыжок был хороший. Я уверен, что в следующих попытках она справится с этой высотой. Параскеви Бениди, 154, тоже первая попытка. Отличный прыжок, высота взята чисто. Параскеви продолжает соревнование. Мирто Кириагу, Тулалидиу, Садермадиси, Стим Дридитес. Катерина Филиппу тоже готовится выполнить свою первую попытку. Та же высота 1 метр 54 сантиметра. Высота взята. Катерина продолжает дальше.
Деспина Константину. 1,54 м. Первая попытка. Ее личный рекорд на 10 сантиметров выше. Хороший прыжок, Деспина продолжает. Мартинос. О Мартинос pensaba que equivalía a este minuto. Серию из вторых попыток открывает Ева Булатникова. 1,54 м. Вторая попытка. К сожалению, неудачно. Евгения Папапантели готовится выполнить свою вторую попытку на высоте 1,54 м. Все получилось. Хороший прыжок. Евгения двигается дальше. Ребекка Кали, вторая попытка, 154 м. Все хорошо, Ребекка продолжает. Отличный прыжок. И Ева Булатникова выходит на свою третью попытку на высоте 1,54 м. Пожелаем ей удачи. Хороший был прыжок, как говорится, вот так бы с самого начала, и все бы получилось. Но ничего, очень яркое выступление. Ева покидает соревнования, но пожелаем ей самого наилучшего в будущем. А планка поднимается на 1,58 м. Открывает серию прыжков на 1,58 м. Евгения Папапантели. Первая попытка. Хороший был высокий прыжок, но мелкие помарки в его исполнении не позволили взять эту высоту. Надеемся, что Евгения возьмет это со следующих попыток. Эвелина Майкл готовится выполнить свою первую попытку на 158 м. Хорошо, она как бы немножко застряла вверху и не смогла уйти от планки. Но у нее хороший тренер, они обязательно разберутся с этим. Ребекка Кали, 158, первая попытка. Пробежала мимо планки, не хватило то ли уверенности, то ли настроя. Возвращается опять на отметку разбега, чтобы попробовать еще раз.
к сожалению, неудачно. Параскеви Бениди готовится выполнить свою первую попытку на 158. Как-то девочка всегда глубоко настраивается перед прыжком. Это немного ее отличает от всех остальных. Όλοι οι συντονιστές των επαρχιών. Στην είσοδο του σταδίου, στο χώρο Αλέκρα. Αποτελέσματα 2.000 φυσικά εμπόδια αθηλαίων. Στην πρώτη θέση, Μάγια Μπερεστάιν από το Πόλεϊ Σκούλ με επίδοση 8.000. Неудачно, но прыжок был хороший. Что-то помешало. Η Έμιλη Μικελίδη, Λύκειο Εθνάρχη Μακαρίου του Τρίτου, με χρόνον 8.21.07. Και η Μισθό Κυριάκου στην τρίτη θέση από το Λανίκιο Λύκειο με χρόνο 9.02.54. Παρακαλούμε στις αθλητές να προσθέσουν... Κατερίνα Φιλίππου, πρώτη попытка, 158. ...από τα εμπόδια να προσθέσουν στον χώρο των απονομών. Τα 200 μέτρα τηλέων και αρένων... Чистый, хороший прыжок. Это уже, наверное, можно назвать заявкой на победу. Από την αίθουσα κλήσεως μαζί με τις αθλητικές τους ταυτότητες. 200 μέτρα θηλαίων αρένων, δισκοβολία αρένων και σφυροβολία θηλαίων. Την αίθουσα κλήσεως. Δέσποινα Κωνσταντίνο. Готовится выполнить свою первую попытку на 158 сантиметров. Немножко не получилось. Слишком рано начала уходить от планки. Но я уверен, что они с тренером все поправят. А на ваших экранах Евгения Папа Пантели готовится ко второй попытке на 158 сантиметров. Интересный прыжок. Как будто планка вошла в резонанс. Она, безусловно, немного задела, но совсем не хватило чуть-чуть. Эвелина Майкл. 158 сантиметров, вторая попытка. Тоже был очень хороший, высокий и близкий прыжок. Но, к сожалению, неудачный. Ребекка Кали. 158, вторая попытка. Тоже немного не хватило. Прямо как-то 158 останавливает большинство девочек. Параскеви Бениди готовится выполнить вторую попытку на 158. Умничка, она прошла эту высоту и продолжает соревнования вместе с Катериной Филиппу. Константинос Мигелидис, гинете махис, я ди дефтери теси.
μεταξύ του Κύπρου και του Αλέξανδρου Ιωάννου. Ο Στάδιος Μικελίδης στην πρώτη θέση. Δέσποινα Κωνσταντίνου собирается выполнить свой второй прыжок на высоте 158 сантиметров. Напомню, что ее личный рекорд 164 сантиметра. Она была очень близко к преодолению этой высоты, но прыжок, к сожалению, получился неудачным. Константинос Михаил Караянис Тиндеда. Начинается последняя, третья попытка на высоте 158. У меня прямо есть сожаление ко всем девочкам, что прыгайте сразу, не тяните до третьих попыток. Потом выполнение третьей попытки связано всегда с большим риском. Может что-то не получиться. Евгения Папапантели выходит выполнить свой третий прыжок на 158. Совсем неудачно. Евгения выбывает из соревнований с результатом 1,54 м. Эвелина Майкл готовится выполнить свою третью попытку. Последнюю третью попытку на высоте 158 сантиметров. Этот прыжок был самый лучший из всех трех попыток, но она за все три попытки ничего радикально не поправила. Ошибка была одна и та же. Надеюсь, они все поправят к следующим соревнованиям. Эвелина тоже выбывает с результатом 1,54 м. А сейчас к своей третьей попытке готовится Ребекка Калли. 158 сантиметров. Молодец, она прошла эту высоту, собралась и все сделала. И она проходит в следующий тур соревнований вместе с Катериной Филиппу и Параскави Бениди. Сможет ли этим трем девочкам составить компанию Деспина Константину? Сейчас узнаем. Она готовится выполнить свой третий прыжок на высоте 1,58 м. Тоже был отличный прыжок Деспина. Это волнение. Этой девочке нужно справиться с волнением. Она все хорошо делает, но очень часто перегорает в стремлении сделать все идеально. Но нужно просто делать все хорошо. Идеальных прыжков не бывает. А высота поднялась на 1,61 м. У нас определилась тройка призеров. Это Катерина Филиппу, Параскеви Бениде и Ребекка Калли. Ребекка Калли готовится выполнить свой первый прыжок на высоте 161 сантиметр. Прыжок неудачный, такой разведывательного плана. Насколько я знаю, личный рекорд Ребекки 160 сантиметров.
Параскеви Бениди также готовится выполнить первую попытку на 161 сантиметр. А это было неплохо. Прыжок рабочий, берущийся. Но, к сожалению, планка не устояла. Продолжаем смотреть. Лидер соревнований Екатерина Филиппу готовится к своей первой попытке на 161. Очень хороший был прыжок, близкий к цели, но планка не устояла. Ребекка Кали готовится выполнить свою вторую попытку на 161. Нет, прыжок получился вялым, неудачным. Возможно, она возьмет себя в руки и сконцентрируется в третьей попытке, чтобы преодолеть эту высоту. Параскеви Бениди. Вторая попытка. 161. В воздухе висит очень большая интрига, кто же из девочек сможет первым преодолеть эту высоту. Также Параскеви очень глубоко настраивается, на прыжок уходит в себя. Тоже был очень хороший близкий прыжок, но не получилось. Катерина Филиппу, лидер соревнований, 161 сантиметр, вторая попытка. Тоже очень хороший прыжок. Ну, я вижу что-то в связке разбег-толчок. Ей явно некомфортно. И она вынуждена присоединиться к другим девочкам в третьей попытке. И вот наступила третья попытка. Эти прыжки... В третьей попытке открывает Ребекка Кали. 161 сантиметр. Пробежала мимо планки, не собралась. Возвращается к разбегу. Thank you.
αγώνισμα των 100 μέτρων με τεμποδίο θηλαίων θα γίνει σε δύο τελικές σειρές. Στην πρώτη σειρά, στο δεύτερο διάδρομο, Χριστίνα Κιουρτσίδου, Πανκύπριο Γυμνάσιο. Στον τρίτο διάδρομο, Παναγιώτα Ηλία Λύκειο Κύκου Πάφου. Στον τέταρτο, Ολυμπιάδα Πολυκάρπου, Περιφερειακό Γυμνάσιο. Очень был хороший прыжок. Στον πέμπτο, Λαμπρινή Юка. Ну как, повторюсь, как в прошлый раз. Так надо начинать прыгать с первой попытки, чтобы был шанс взять высоту в других попытках, желательно во второй, и не тянуть до третьей. Параскеви Бениди готовится к третьему своему прыжку на 161 сантиметр. А вот она и интрига. У нее получилось, она взяла эту высоту, чем создала огромную психологическую проблему для Катерины. Это личный рекорд Параскеви. Она отправилась праздновать этот результат с тренером. А для Катерины Филиппу наступает трудный момент, где на ставке все. Потому что Параскеви отняла у нее лидерство. Если она сейчас возьмет с третьей попытки, то она выиграет по попыткам эти соревнования. Если нет, то останется второй. Очень хорошая попытка. Она могла быть удачной. Но повторимся об эмоциональном выгорании, что и произошло. Параскеви переиграла ее именно в моральном отношении. К сожалению, в прыжках в высоту техника далеко решает не все. Важно, как ты к этому относишься. Важно, насколько у тебя сильный стержень внутри. Видим сейчас счастливого тренера, который обнимает Параскеви. Празднуют первое место. Они долго шли к этому. Не всегда все получалось, но сегодня именно тот день, когда все получилось. Также тренер поздравляет и других участниц соревнований, других тренеров. И идет счастливый, обменивается рукопожатиями с Агни Хараламбус, это наша тяжелая артиллерия. Тренер, который воспитал немало очень хороших прыгунов в высоту. Параскеви Бениди, планка еще выше, 164. А прыжок хороший, она может прыгать выше, просто она пока еще об этом не знает. Параскеви готовится выполнить свой второй прыжок на 164. Она не стала выполнять прыжок, упав под планку на маты. Видимо, что-то произошло с настроем, и она не была готова. И третья попытка. Параскеви Бениди, 164 сантиметра, победитель этих соревнований. Готовится выполнить свой прыжок. Александрос Камауи.
Κυριάκος Καϊτάνης Γιώργος Αγαπίου. Να προσέλθω στον χώρο των απονομών. Нет, не стала прыгать. Все ее поздравляют. Тяжело прийти в себя после личных рекордов, после победных прыжков. Идти дальше, прыгать еще выше. Это не всегда получается. Поздравляем Параскеви с победой и с личным рекордом. А тем временем наши соревнования подошли к концу. Большое вам спасибо за внимание. Перед вами протокол. Первое место Параскеви Бениди 161. Второе Катерина Филиппу 1,58 м. И на третьем Ребекка Кали 1,58 м. Все дальнейшее расположение увидите в протоколе. Девочки сегодня старались. Погода была хорошая. Присоединяйтесь к нам.